Значит, вы потеряли большую часть отряда в бою с русскими в долине. Кто выжил? Монтес и я, Коул, еще пара людей. Ваши парни погибли из-за капитана Коула? Что? Нет. А сами вы так не думали? Глубоко внутри. Знаете, в Боснии у меня 4 близких друга погибли. Ракеты. Наблюдатель попросту заснул. Меня тогда полгода колбасило. Я иногда подумывал убить его. Мы все об этом говорили. До сих пор не могу забыть его косяк. Я бы вас пожалел, но мне ваших товарищей больше жалко. Они ведь так и не узнали, кто вы такой. Они бы поняли. А вы? Поняли бы, если бы друг переметнулся на сторону врага? Русские нам не были врагами. Да, бля, они же ваших друзей убили. Полегче, полегче. Пока вы работали в Иране, мы перехватили переговоры между Димой и его кураторами из Киева. Он тоже был в Иране. Зачем Дима был с русскими в Иране? Подтверждает, информация получена. Операция начинается. Давай. Сенсор высоты. Поставить на 500 метров. В зоне выброса ветер спокойный. Отклонение будет минимальным. Полагайся на сенсоры высоты. Спускайся на постоянном тоне. Давай. Кислород пошел. Красный включен. Красный включен. Красный включен. Красный включен. Дима, опусти платформу.
здесь нет кода. Хорошо, мы их слышим. Машина была хорошей идеей. Давай по дороге. Последние спутниковые изображения показали большую оживленность на вилле. У нас минут 30, может быть, даже меньше. Слушай, а если сразу поедем на виллу? Окна ведь тонированы. Чего ты ждешь? Они решат, что мы патруль, просто пропустят нас через ворота. Не-не-не, не рассчитывай на это. Смотри, смешайся с конвоем, мы попадем с ними внутрь. Молодец. Может быть, удача на нашей стороне? До этого особо не везло. Американцы идут. Они уже рядом с долиной Гилад. Всех собрать. Мы уходим. Сэр, у нас проблемы с воздухом. Я в курсе ситуации. Делайте, как я говорю. Отлично. Он и не догадывается, как мы близко. Все равно это будет натяг. Нам нужно быть готовыми ко всему. Кирилл первый. Я пойду вторым. Дима, подстрахуй нас. Будь готов к смене плана. Помни, ГРУ хочет взять Кафарова живым. Но самое главное, это ядерный чемоданчик. Твою мать! Держись на расстоянии. Давай сделаем это. Приготовиться. Ворота! Ну, что ты ждешь? Что ты ждешь? Давай, 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 ну! Твою мать! Вон, биологический сканер. Они нас не пропустят, Дим. Возьми того, который справа. Жди моей команды. Жди, жди, жди. 3, 2, 1, давай! Проверь дверь. Дверь еще продержится какое-то время. Давай. Комната управления там. Радужно. Есть. Дим, давай туда, открой ворота, быстрее. Сюрприз не получился. Когда-нибудь получится. Идем. Нам подтвердили, здесь враги. Американцы? Мы не знаем, скоро узнаем. Подвое! Огонь на подавление! Дима, огонь на подавление ПРПГ!
сейчас ударят по нам в полную силу. Похер! Контакт! Снизу, у здания! Вижу! Там, под дорогой, труба! Попробуй зайти с фланга! Открываю огонь! Дима! Давай по трубе! Вали с фланга! Я насчитал 30 трупов. ГРУ недооценила его охрану. Следить за крышей! Вилла на другой стороне. Второй отряд почти у домика. По прибытии доложу. Стойте! Так, Дим, на крышу, займи позицию и прикрывай туда огнем, а мы их внизу задержим. Там, за дверью лестницы, справа! Глух какой, что ли? Вперед, вперед! Снайперы! Они на крыше! Открываю огонь! Дима, займись снайперами! Огонь по снайперам! Дима, давай, спускайся сюда!